значит, это вот машина, которая... Более квадрат. Это скоростная дверь. Делать вид, да? Если мы будем бояться террористов, то они будут чувствовать себя сильными. Поэтому мы должны ясно себе представлять степень угрозы, адекватно реагировать, расслабляться нельзя. Но бояться мы их не будем. Пусть они нас боятся. Закушка очень даже хорошо снимает. Миша. Видели, кого привезли? ФСБ, кого призвал несколько дней назад. Так? Но вот это тот, один из тех людей, которые терроризировали страну. Целую страну. Великую Россию. Как он выглядел, все обратили внимание. Значит, на террориста не очень похож. Животное какое-то. Вот мы всех их доведем до такого состояния. Качай микрофон. Мне кажется, что это не принципиально. Важен результат. Но я думаю, что иначе не было бы смысла вступать в предвыборную борьбу, если не рассчитываешь на успех. Конечно, я рассчитываю на успех. Но, на мой взгляд, не принципиально важно какой-то тур. Первый, второй. Повторяю, важен результат.